Всем привет! Сегодня у нас будет наконец-то обзор на остров, который у нас ввели в последнем обновлении. Судьбы с героями 12 на 12. Это у нас будет Таверна Лунный берег. Мы будем смотреть сегодня, каких героев отсюда надо прокачивать, каких нет, каких вообще можно забыть. Так, ну что? У нас были недавно изменения, у нас немножко поменяли интерфейс здесь. Теперь мы видим, сколько герой дает для судьбы. То есть тут есть у нас уровень, дает максимум 1680, уровень навыка 1680, таланта 1680, просвета тоже 1680, снаряжение дает 600, чары дают 600. Созвездия дают 720. То есть если вы нажмете вот так вот, у вас, видите, сразу видно, можно перейти и доделать очки, которых вам не хватает. Так, тут тоже у нас изменения, как видите, сразу видно, что дает 40-я звезда. Нажимаете вот так, и вы видите, что у вас будет там, если он не докачан в следующем. Вы можете тут точно так же всех их смотреть. Так, ну, вот так вот они выглядят. Ну, в принципе, красиво-красиво сделали. Видите, сзади у нас юниты пиво продают. Так, ну что, у нас есть Кенди, Аресик, Капитан Дрейк, Седна, Рыцарь, ну и самая имба — это Палач. Так. Давайте будем смотреть, что у кого поменялось. И сразу. Так, Седна. 10-й скилл. Урон 420%, 5 целей. Оживляет 3 героев со 100% здоровья. Кулдаун 3 секунды. Каждых 3 секунды увеличивает атаку одного из союзников на 100 и уменьшает получаемый урон на 60 на 3 секунды. Также восстанавливает здоровье союзного героя на 600. На 11 у нее добавляется 30% урона. Еще плюс одна цель, что немаловажно. Также она восстанавливает себе здоровье в размере равном 15% от атаки. То есть она еще дополнительно себе хилит. Это очень хороший бонус для нее. У дерева, чтобы было точно так же, у дерева тоже было бы супер. Так, ну а дальше у нас, в принципе, ничего не поменялось. И на 12-м плюс 40% процентуальной атаки, 6 целей также, но уже отхиливает себе 20%. 20% раз в 3 секунды, это хорошо и круто. Так, дальше кто у нас идет, смотрим. Кенди. На десятке урон 260% от атаки, 3 цели, снижает энергию на 46, повышает шанс уклонения двоим союзникам на 30%. Самым низким показателем здоровья, имеет ожог 8 уровня. Действие 3 секунды. На следующем левеле плюс 40%, 4 цели уже поражает, энергия у нас прибавляется плюс 9. И уклонение повышает у троих союзников. В принципе, это неплохо. Кулдаун тоже 3, точнее, действие 3 секунды. 12-й скилл, еще плюс 40%. Энергия 65, как у Аресика, уже снимает. Троим союзникам увеличивает и увеличивается действие умения его скилла плюс 0,5 секунд. В принципе, неплохо. Так, следующий давайте будем так и шагать. Капитан Дрейк. 180% урона на десятке, 10 целей. Оглушает на 1,5 секунды, на 2,5, точнее, да, на 1,5, на 2,5 секунды. Снижает получаемый урон на 90%. Имеет реанимацию 5 уровня, то есть быстрое восстановление энергии.
Так, кулдаун 3 секунды. На 11-м у вас добавляется 20% урона, добавляется одна цель. Также оглушение увеличивается на 1/10. А дальше все как и было. И на 12-м плюс 20%, плюс одна цель, плюс еще одна десятая секунды. Дальше все как было. Если вы смотрели на него обзор, можете посмотреть, реально встает бешеным дамагером. Так, следующий кто у нас будет? Рыцарь. На десятке 330% урона, 3 цели, ввергая в кому на 3 секунды. На 11-м плюс 30%, уже 4 цели в радиусе действия получают урон, ввергает в кому плюс 0,5 секунды. И на 11-м просто меняется плюс 40% урона. В принципе, без понтова. Так. Так, так, так. Бога грома нет, смерть не тут, фараон не тут, химера не тут. Палач. 400% урона ввергает в кому на 4 секунды. 440 ввергает в кому на 4,5 секунды. И также вторую цель уже, которая расположена рядом, тоже вводит в кому. Реально очень круто на 12-ке, еще плюс 80%. Кулдауна у его скилла нету, он просто может, если на него поставят там берса, либо воодушевление, и он первым ударит, то цель просто тупо будет стоять в стане, если у нее там, конечно, нет никакой защиты. Это реально очень круто. Ну, в принципе, с этой локацией все. Так, давайте перед тестом. Давайте будем по одному герою добавлять. Так, смотрим, чтобы никого не пропустить. Первая у нас будет Кинди. Сейчас мы ей нароем ремочку. Вот с фараона снимем. Так, Кинди, Кинди, Кинди. Вот видите, уже 4 конфеты летит. Урон, кстати, довольно-таки неплохой. Она дальник. Обзор на нее тоже есть. Интересная, но малоиспользуемая. Но можно использовать активно в забытой битве. Постараюсь сделать составы с ней. Ну, урона, урона вроде так ничего. Она у нас с бастионом. Сейчас ее тут сольют. Не спас ее ожоги уклонения. Так, хорошо. Реально смысл качать. Есть другие герои поинтереснее. Если у вас же есть лишние кулаки, вы ее действительно используете в какой-то пачке, то смысл прокачать на 11 есть ради одной цели. Это будет очень неплохо. Так, дальше смотрим, кого мы следующего поставим. Рыцаря я слил, на него отдельный обзор. Герой бесполезный. Так, его даже вам показывать не буду и сейчас не смогу уже, скажем так. Так, смотрим дальше, кто там у нас с последних. Седна. Давайте даже так вот в топор ее поставим. Видите, 6 целей, но ударила юнитов. Сейчас найдем базу без юнитов. Вот она, база без юнитов. Смотрим. Вот так вот. Герои, смотрите.
хранитель 200 уровня просто пропали. Все. У нас остался еще один череп. Это не атакующего плана герой. Прокачка. Вот вам псевдо на 12 скилле. Вот давайте тут ее затестим. Оп. Видели, да, какой урон? Сейчас мы еще подойдем. Сейчас еще один заходик, и еще не будет половины героев. Вот остался у нас там череп, Анубис. Следующий заход. Остался хранитель немножко. Ну, думаю, справимся или нет. Справимся, она себя отхиливает. Так, давай, 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 давай. Видите, да, что делается? Они просто не могут ее убить. Вот это самый имбовый герой с этой локации. Его стоит качать. Реально стоит. Оно того действительно стоит. Смотрите. Она сейчас и Анубиса разберет. Каждых 3 секунды срабатывает умение. Это просто жесть. И хилит себя на 20%. Тут даже питомец не нужен. 338 тысяч. Да. Все, до свидания, Анубис. Вот, вот такая вот седна у нас. Так, дальше кто там у нас еще есть? Рыцари у нас слили. Остался капитан Дрейк и Аресик. Вот капитана Дрейка даже с таким... Давайте только в топор еще поставим. Так, вот вроде нормально. Смотрим. 334 тысячи обычный удар. Как вам? Достойно, достойно. Так, еще запустим. $526 000 крит. Просто бешеный. Действительно бешеный Дрейк. Качать реально стоит, кто тем более бегает на битву гильдии, с таким уроном он просто будет там выносить по 50% базы, в зависимости, конечно, от противника и от того, что и как вы его прокачаете. Так, ну и дальше у нас Аресик, у которого 420%, 6 героев. Бьет, снижает уровень энергии на 100%. Я завтыкал его показать отдельно. Молчание 5,5 секунд. Давайте сейчас его рассмотрим навык. Я как-то его упустил. Так, десятка 350%, 5 героев, 60 энергии, молчание 5,5 секунд, кулдаун 7. На 11 386, снижение энергии на 100, молчание 5,5 секунд. То есть видите разницу, да? Плюс 30%, плюс 1 цель, плюс 40 энергии. Ну, я считаю, это круто. На 11 однозначно надо качать, на 12 можете не качать. Это ничего там особо не изменит по урону, но... Очень достойно. Теперь давайте затестим его. Вот такой вот. Сразу снимает 100%. Сейчас желательно кого-то с ремочкой было бы найти. Вот есть вражеский арест тоже. Все, видите, полностью всю шкалу снял. Ну, ворожей, конечно же, снимает его молчанку, поэтому герой уже бесполезный, но в некоторых ситуациях все равно помогает. Вот, в принципе,
Палыча я уже тоже вам не покажу, я его слил, обзор на него есть. Вот такие вот герои в этой локации. В Лунном береге. Ну, с этих героев вот Арес на 11, Дрейк однозначно на 12 и Седна тоже на 12. Остальные Кенди и Палач и Рыцарь можно даже не качать. То есть три героя с этой локации достойны 12-х скиллов в первую очередь. Все, пишите комменты, кто кого прокачал, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Ждите следующих обзоров и следующую обнову, когда нам введут опять новый остров, мы его сразу же прокачаем на 12. Все, всем пока.